Теперь Оренбург. В степном поселке на парковке подростки сливают бензин. Видео разместили очевидцы на портале 56 ОРБ. Автором ролика к видеозаписи было прикреплено сообщение с предложением хулиганам добровольно явиться в ближайшее отделение полиции и во всем сознаться самим. В противном случае он будет вынужден написать заявление. Однако правоохранительные органы уже заинтересовались данной информацией и работают над выяснением, кто занимается сливом топлива. Расследование продолжается.